Всем привет, с вами Вивля Клауд. Мы находимся на выставке «Русский Web 3». В зоне стартапа нашли ребят, которые производят свой механический мод. О чем и в чем его фишка, мы сейчас вам расскажем. 70 мм в высоту, очень компактный, пузатый, 28 мм, 28, 26. Но при этом, как бы, даже если поставить дрипку диаметром 24 мм, выглядит очень даже прикольно. За счет этого углубления очень удобно лежит в руке, то есть как раз прям подхватик. Но в чем идея? Данный мех изначально алюминиевый, далее планируется версии с другими сплавами. Сейчас пытаюсь разобрать, показать, в чем фишка, она есть. Снимаем нижнюю колечко Delrin. Сделано из Делрина, соответственно, температуру выдержит. Смотрите. Все как в пистолете. Гильза. Буквально. Далее. Вот там, соответственно, и лежит аккумулятор. Пружинка, чтобы ходила. И сама кнопочка. Вот. А аккумулятор сам внутри тоже держится в небольшом колечке. И от чего это спасает? Спасает от козышек и от лишнего износа аккумулятора, потому что он, по сути, всегда зажат. То есть сама эта гильза уже является контактом, которая в самом теле мода внутри и создает все это течение тока. Какое-то очень странное движение было. Вот. Снимаем это колечко сверху. Снимается на самом деле легко, резьбы гладкие, плавные. Вот. Все просто. И аккумулятор. Соответственно, собираем обратно. Тут, я так понимаю, ну да, без разницы, какой стороной. Или есть. Не. Как угодно, так и собираете. Вставляем внутрь. И закручиваем предохранительное кольцо. Материал алюминий. Намотано 0,08. Жарит и жарит, что еще нам надо? Пока его найти нигде нельзя. Ориентировочная розничная цена 7000 рублей. В ближайшее время они поступят в вейп-шопы. Поэтому ждите, следите. Мы обязательно напишем про это, покажем вам, расскажем. И чтобы не пропустить это, следите за нами, подписывайтесь. С вами были Вивля Клауд. До встречи.